Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами снова я, Влад, и сталкер Чистое Небо. И сегодня мы попробуем захватить вот это вот место. Не знаю, как это у меня получится, но я надеюсь, получится. Тут очень дохрена человек, аж 16-18 человек. Вон тех бандитов еще надо бы цепануть. Сейчас F5. И думаю, стоит попробовать. Нифига себе, там электрошок, иначе. Так, тихо. Блять, завали его, а. 10 обоим, блять, на одного человека. Это где видно на такое? Еще один. Где он? Лежит, наверное, просто так. Свобода здесь. Ни хрена себе. Вот это ни хрена себе, чтобы здесь свобода была. Я не знал. Раньше. Да уж. Да. Встретиться хоть с группировкой этой, что ли. Ни разу не встречал ее в чистом небе именно. Чего тебе, мы понимаешь, лагерь, они как-то недалеко от этого с вопросом. Окей, это ваш лагерь. Маль. В общем, выкладывай. И все так отвечают, окей. Так, ладно, цель-то у нас все та же. Вот это вот место, потому что мы уже тут нормально так захватили. Тут очень много. Не знаю, пробовать, не пробовать. Там что-то вот артефакты или что. Очень прям жестко буянит там. Ух ты, тут два артефакта. Ой-ой-ой-ой-ой, и пси-звучайно. Ну, попробуем. Тем более у нас тут... Ну, артефакты двигаются. Тем более у нас тут задание какое-то. Забрать добычу из тайника. Ну, тайник, вот он стоит. Пси-звучение хреначит конкретно. Так, ладно, попробуем, значит. Вот так. И вот так. Все, есть. Бегаем. Снимаем. Снимай телепатию. Так, мы подняли два артефактика. Ну, хороших таких, лунный свет, плюс 6000. Отлично.
Сейчас пересохранимся еще разок. Где-то кто-то гренками тут кидается. Здесь вход один. Ну, я попробую один вытащить эту базу. Это будет очень сложно. Более в других местах мы уже везде все захватили. Но пробуем, что. F5 и понеслась. Опа, он своего убил, охрененно. Семь. Так, осталось. А почему все время 7? Лег 6. Слушайте, отлично идет. Давайте засейвимся. Их тут хоть и много, но они слабые. А, вон. Пытается попасть. Перекантовочка сюда. Блин, реалистичненько все сделано, они сливаются. Тут что? О. Хорошего, в принципе. 41 кг. Патроны так-то убирают вес. Я их расстреливаю, они снижают вес. Так, осталось 7. Опять же 7. Бесконечная семерка бандитов. О, наши пришли. А, музыка играет. Ху-ху-ху! Я понял, в чем прикол. Короче, здесь можно же за бандитов вступить. И вот как раз таки, если за бандитов вступаешь, тут, наверное, торговец был. Блин, жаль, тушенку нельзя забрать. Не, я уничтожать это радио не собираюсь. Оно охрененненько так играет. Мне прям очень нравится. Кальян тут, смотри, есть. Так, ну тут через щель не получится их перебить. Смотри-ка, наши уже прям везде обосновались. Осталось совсем немножечко. Тут 1-2 человечка спасибо, осталось. Спасибо, мужик! Загляни на нашу базу. Там тебе награда достойная найдется. Всех сталкеров с полным разгромом бандюков. Все, никаких больше откатов и пошлений за право прохода. С победой вас, ребята! Все, охрененно, мы забрали полностью базу бандитов в этой серии. Ну и сейчас скоро, естественно, будем заканчивать эту серию, потому что уже она длится достаточно долго.
Так что, в общем-то, с вами был Влад. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И это была Сталкер Тень Чернобыля. Теперь сюда можно прийти и послушать бандитские музончики. Прикольно. Довольно прикольно. Так, идем лутать всех помаленьку. Так, тут ничего интересного. Аптечки, гранаты, все понадобится. Он сидел наверху снайпером. И при этом сидел он с дробовиком. Охрененно. Но бандиты не удивительно, что просрали свою базу. Так, тихо. Вот это. Тут ничего интересного. Опять же, тут. Тут, видимо, мастер сидел какой-нибудь, бандит. Ну, который мастер на все руки, типа, чинит и так далее. Прикольно. Обосновали так базу. Ну, что расскажешь? Ну, мы захватили базу для сталкеров. В общем-то, понятно теперь. Ну, рассказывай давай. В тени Чернобыля. Почему здесь сталкеры находятся. Именные пистолеты, это не, нет, это не по мне. Тут кто, интересно, был? Тут прям аж так, ух. И всякие твари, и все, и головы их, и все. Так, ну, в общем-то, налутался я. И тут торговец, смотри-ка. Привет, брат! Тут есть торговец, нет? Проводник. Тут два торговца, смотри. Ну вот, в общем-то, мы сейчас до торговца добежим и закончим на этом серию. Килограмм. Ебать, ты в экзоскелете. Одиночка в экзоскелете. Привет, брат. А, такой голосок у него. Здорово. Так, погнали. Сталкеры идут в депо. Ну, это отсюда. Хорошо, мы там залутали артефакты и нашли. Здесь нету, в принципе. Блять, опять два использовал. Да че ж ты такое, а? Ну, это место, где бандиты всегда спавнятся теперь. Так что их там перебивать смысла нет. Они там в любом случае заспавнятся снова. Хотя можно было бы гренку туда кинуть разочек. Кого-то я задел, убил. Забыл засейвиться. Ух ты! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Бандиты, что ли, были? Привет, брат! А, прикольно. Они в меня стреляют и задевают этих
сталкеров. Так, проводи на той стороне, да? 56 кг. Так, это мы все продадим сейчас. У меня максимум сколько? 50 кг. Че такие жесткие? Так, торговец, давай-ка поторгуем. Так, у меня есть винторез, да? Причем очень даже целый. Получи. Так, я подойду поближе маленько. А, торговец заспавнился. Отлично. Слышь, обеля не уйдешь. А, он высоко. Ладно. В общем, идем к торговцу. В смысле, а торговать-то? Слушайте. Еба. Так, ну я там бандитов маленько завалил. Еще один винторез, охренеть. Тема. Так, короче. Здесь есть ящик. В него все сейчас сложим и закончим на этом серию, пожалуй. Так. И разрядить, разрядить. Надеть. 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 Разрядить. Так, этот убираем. Убираем. Так, вот этот хороший, по-моему, пистолет. Ты чё? У тебя радиация, охренеть, откуда? Блин, эти бусы-то дают радиацию, точно. Я и забыл совсем. Так, пекаль этот. Вон оно. Окей, значит, его оставим мы. Ну тут прям война происходит между бандитами и сталкерами. Идем валить тогда уж. Сейчас обутаем и думаю на этом пора закончить, потому что уже охренеть как долго мы снимаем эту серию. Она уже должна была миллион раз как закончиться. Так. Еще трупцы где? Я вот здесь гранатой до хрена валил разом. Помню.
вот их тютюк. 27 гранат. Так, я получил информацию о множестве тайников. Куда ты собрался? Депо пошел. Красавчик. В общем-то, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Влад, и это Сталкер Чистое Небо. Всем удачи, всем пока.